Surprise, motherfucker! Всем привет, дорогие друзья! С вами Фото Пономарев. И сегодня у нас новый ролик. Играем товарищеский матч с великим оператором Амкала Виталиком Палычем Витычем Ждановым. И он сейчас на связи. Мы с ним будем общаться по голосовой. На видео он стесняется, но решил выйти и сказать вам парочку слов. Вот. Приветствую каждого на этом канале. И сейчас будет порно 5-0, думаю, будет счет. Что, мы погнали играть товарку в Ultimate Team. Самое главное скажу, не забывайте подписываться на канал Витыча без видосов. Когда ты там уже первый-то выпустишь, все уже ждут. Ну, после карантина точно что-нибудь да выйдет. Сейчас загрузочный экран ты показываешь зрителям, что у нас последний матч. Да, у нас был единственный матч и последний между нами, где, в котором ты меня обыграл. Ну, Витыча, конечно, состав посильнее, чем мой. А сейчас, кстати, покажут, наверное, да? Нет. Сразу, да, в товарищеском матче, к сожалению, не показывают. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Свести, Реф, ну поднимай, ну хорош. Чё тупит? Чё тупит-то, блин? А, понятно, понятно. Голыч, Варди. Варди я вот купил прямо перед этой встречей самой с тобой. Ты видел, кто сейчас отобрал у Варди? Кто? Виктор Васин. Виктор Васин? У тебя все-таки здесь что, парочка футбиков ЦСКА есть, что ли? Да, у меня... Ага. Чеев, Фернандес. Ты решил послабее, да, под меня подготовиться? Потому что, знаешь, я не такой киберспортик, как ты. Вот он удар Чалова. Не, я не стал собирать послабее, я просто захотел сделать все с ЦСКА. Ну, символично, понял? Опа. Ага. Ну, смотри, сейчас Васин просто, ну ладно. Ковачич, Наварди, Варди, Джейми, будет первый удар и первый, ой, Игорёшечка-то тащит, Игорёшечка. Лысый Пипильда расстроен данным ударом. Мне нравится то, что Тимфеева тут геймфейс проработал. А ты информа, кстати, взял или обычного? Информ. Так это вообще вдвойне тогда круто. Варди, ну же! 1-0, наконец-то! Ой-ой-ой, ошибочка, Зидан! Но это 1-1, естественно. Естественно, это 1-1. Я на самом деле сижу, у меня дрожат ноги, потому что дома безумно холодно. Я не знаю, как у вас сейчас, но у меня очень холодно. На самом деле, ты врешь, у тебя ноги дрожат от страха перед моим суставом. Нет, не из-за этого. У меня реально очень дома холодно. Да-да-да. Фантазер, конечно. Не, фантазер, у нас другой человек в команде есть. Да блин, что с коннектом? Я реально не понимаю. Энгола, малыш! В ближний! Да что ж ты так слабо-то? Прямо очень слабо. Джимми Варди, Джимми Варди, легенда Лестера. Ну что ж за пас? Ну конечно, да. В этой карточке пас у него 75 всего. Это очень слабо для напада. Очень-очень слабовато. Зенидинушка на Федьку Чалова. И один в один, 2-1. Сейчас, да, будет? Ой! Офсайдик. Ну, конечно, это 2-1. Провал в обороне. Причем два защитника держали, но, увы. А я, кстати, опять празднование показал, а повтор, по-моему, скипнул. Я, если честно, думал, когда вот мы начинали матч, моделька Ривалда, я подумал, что это Ильзат Ахметов. Ривалда, это у меня самая первая легенда в клубе. Я его за Icon Swap самый первый заработал. Когда вот там 18 шитонов надо было собрать. Или 19, по-моему, 18. И я не очень обрадовался. Ну, забивать! Отлично! Лероечка, Лероечка, Сане! Чё, там Витя Васин провалился?
Классика. Ну ладно. 2-2 результативненько уже. Но если бы не коннект, этот убогий, то игра бы более раскрылась, чем сейчас. О, добрый вечер. И сразу же. Федя Чал. Да, лаги что-то уже поднадоели, если честно. Ух ты, дойдет? Да не. А вот это может быть опасно. Ну давай, побежали в контратаку. Давай, Джейми. Алкоголичек ты наш. Давай, давай, давай. Лероюшка. А, да. Ну вот такой вот первый тайм результативный. Считаю, неплохо. Забить Витача 2, это дорогого стоит. Ди, Варди, какая ошибка у Витача. И Варди один на один убегает с Игорем Акинфеевым. Nope. Ой-ой-ой, Джейми Варди, напугал. Ну ты что, ну ты что? Просто Игорь напугал. Игорь. А там угловой, кстати, по ходу дела, нет? Нет, странно, мне показалось на повторе, что коснулся Игоряша мячика. Ну! Nope. Ну, Санес нерабочий бил, конечно, да, тут было сложно ему попасть. Но шанс, конечно, хороший был, ай-яй-яй-яй-яй, рядом со штангой. Не, вот в таких моментах тут даже не на рабочие не стоит ссылаться, тут такие надо забивать. Ну, слушай, я уже рад, что у меня Чало забил, то есть я уже план свой выполнил, а он бежит забивать второй. Пенальти. Ригелончик, Ригелончик подвел. А, Вася, ну ты чё? У него же пенальти-шутинг вообще никакущий. Surprise, motherfucker. Уебу, сука. Это прям слишком читаемо было, но я гадаю. Слушай, ну план на игроков ЦСКА я выполнил уже 110%, осталось забить Фернандеса. Ну Фернандес, если только на штрафном каком-нибудь. Но я тебя, конечно, в моменте с Лероем Сане вообще дичайше простил. Ой, блин. Да, что-то поплыла моя оборона. У меня команда поплыла после промаха Лероя Сане. Сильное заявление. Тоже никакое. Что-то происходит вообще. О, а что с ударом? Все, менять надо. Отклик плохой был, видимо. Из-за этого не прокатило. Хорошо. Блин, 8. Что это за удар от Ковачича? О, Чалов забежит забивать хит-трик. Или не хит-трик, сколько у него там уже? Опа! Nope. Дехея, ну ты куда? Nope. Ну что это? Я пас вот уже до этого отдал, а он не отдал. Ну это прям цитат великих людей. Да. Слушай, дига, хорошая дига. Гулич, ладно. Во. Ай, да что такое? Это все отборы идут, я не понимаю. Финтулечку заложили, Варди, хорошо. Джейми. И? Ну, хоть так, Карим Бензема делает счет 6-3. Палы-палы. Ну, тут, nope. Тут Дехея, великолепный Давид Дехея. Ну, Пике, ну, Пурке. Хорошо. Лерой в ближний шьем. Nope. Ну что ты не зашил-то туда ее? Обидненько, обидненько. Контен, гола. Ну это вообще, это по воробьям. Даже не по воробьям, по каким-нибудь гусеницам. Ты чего, хуё, блядь? Осталось минуточка дотерпеть. Отлично, отлично. Федя. Ну тут все уже, сейчас дорогой судья свистнет, а нет, дает играть, товарищ судья, дает. Ах, ты напугал, и пустые ворота. Вамос, 6-4. Вот я на это и надеялся, что ты вообще не ждешь. Я не видел вообще его, что он убегает, если честно. Ну-ка, подожди, вот здесь повторчик можно посмотреть. Малышин гола ставит точку в этом матче. Ну что могу сказать? Еще знаешь, почему я выбегал? Почему? Я уже думал, точно свисток будет. А, в этом плане. Фига у него там удар по траектории. Ну что, дорогие друзья, вот таким вот вышел наш матч. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите, чтобы мы с Виточем сыграли реванш, то давайте поставим
Ну, условно, 100 лайков. Также не забываем еще раз подписываться на канал Виточи. Ссылку оставлю в описании. С вами был Фото Пономарев и Витыч. Теперь тебе слово. Всем пока. Всем пока. До скорых встреч.